день открытых сердец я бываю счастлива. В этом году я очень как-то, вот так как день открытых сердец, честно скажу, очень трепетно, очень тревожно ждала этот день. Почему? Потому что я боялась, что услышу что-то не новое, не могу сказать старое. Я очень быстро. Поэтому еще раз говорю, что спасибо всем, кто с утра до вечера здесь был, это организаторам. И я благодарна Алене Ельцовой, что сегодня опять она меня, что опять я ее полюбила. Это вот ей. Да. И, конечно же, Анжелике я готовила этот подарок давно, потому что она такая, как этот... как эта серебряная птица, и я думаю, что я счастлива сегодня вдвойне, потому что я шел с Мебара Вишакюрбурен. И талон мы си скожнала тая кожинца, и талон мощца шелы малон мы си лунца тачи лыгде. Тая тенец. У нас есть еще поздравления от Галины Ивановны Габушевой, министра национальной политики Республики. Я очень быстро. Мне дает лыбса. Ты нам это же... Донамьян, помоги же сейчас, дорогие наши, многоуважаемые, любимые наши писатели, поэты, дорогие почитатели поэзии, я от души поздравляю вас еще раз с этим замечательным праздником, Международным днем поэзии. И знаете, сегодня в Ханты-Мансийске открыли в России, конечно, статус международного, это год языков коренных народов мира. И очень это знаменательно, да, то, что вот как раз в наших стенах, в нашем родном музее проходит столь значимое мероприятие. Дурцовут Вичтавны, я очень люблю поэзию и поэзию, очень сильно люблю всех вас. Творческого вам вдохновения, здоровья, душевного такого, знаете, полета и не останавливаться. Мы всегда ждем ваши работы, ваши стихи. Кузнем, да буршут буденлы. Мы раздадим цветочки. Конечно, я хотела поблагодарить еще раз Елену Васильевну, нашего замечательного друга. У нас очень много общих проектов совместных. Андрея Ильича, подарок маленький, но от души. Я вас очень люблю. Елена Васильевна, хочет и Анна Ильича. Анжелика, верни шарф. Анжелика, вернись шарфиком. И передай, пожалуйста, Светке эстафету поэту Нине Обрезковой. Да.